Нет. Где Миронов здесь был? Он впереди. Впереди, да? Точно, да. Хорошо. Борис Сергеевич, я готов. Да. Что бы я ни говорил, и какая бы картинка профессиональная ни была сейчас, она не передаст того накала. Она не передаст того звенящего чувства, которым пропитана эта гигантская колонна. Сегодня эхо Москвы визжали с самого раннего утра, призывая народ не ходить на этот марш. И тем не менее, вы посмотрите, это десятки тысяч людей, молодых людей, которые убежденно вышли сюда для того, чтобы сказать этой власти о том, что они ее ненавидят. И это, вот этот марш, это приговор власти, когда молодежь дружно выступает против власти. Власть недолговечна. И эта власть обязательно уйдет.